Всем привет! Сегодня у нас 19 число. Вчера Анжелике было 3 месяца, 18 января. Вот. И хочу вам показать свою малышку. Не скрываю уже ее, вон она лежит. Вылеживает. Так солнце вообще в окно у нас светит. Очень-очень ярко. Прячусь от солнышка. Доча лежит на животике. И сейчас покажу вам доченьку. Доча! Доча! Анжелика! Скажи, я устала уже на животике лежать. Она у меня не так давно проснулась. Я ей массажики поделала. В общем, вот. Ну, покажи личико-то, покажи всем свое личико. Хочет показываться, потому что устала. Вот. И кушать, наверное, уже хочет. Вот сейчас ее покормить. И потом нормально вам уже покажу. Нашу пусечку. Марусечку. Вот она, наша малышка. Это погремушка Венера подарила нам ее. От тети Венеры, да, подарочек, дочь? Да. Вот какая тут обезьянка. Смотрит, лежит пока, полеживает. Ага, доча. Щекина Ера. Такой второй подбородок отрастила, доченька. Такая доченька, такая доченька. В общем, сейчас хочу накраситься. Какая-то я не очень. Вот. И потом доченьку покормлю. И все. Да, Анжелика, Лика? Анжелику! Скажи всем привет! Всем привет! Алина у меня с Тёмой, в общем, в садике. И Тёмка на самбо ушел на свою борьбу. Мы с Анжеликой. Да? Сейчас мы, в общем, сейчас с родителями съездим на Валберес. Мне там пришли заказики. Все вам обязательно покажу. Расскажу. Да, Татя? Ага. Улица. Тихо, спокойно. Сегодня. Ой, а то, знаете, так снег валил вообще несколько дней. Вообще, ужас просто. Не справлялись даже, не могли... На коляске проехать там вообще ужас. Плохо так еще. Дороги чистили. Я вот смотрю все на свои волосы. Это вообще липки у меня какие-то сухие. Обрезать, конечно, не буду и не хочу. И мне надоели, потому что они такие какие-то все, короче, плохие. Пушатся. Я вчера голову помыла. И вот они сейчас такие не в очень хорошем состоянии. Вот. И я так капец, как я ярко накрасилась. Сначала карандашом, потом вот этим вот фломастером. Ну, для как раз как для этих. Для глаз. Вот, все так неровно у меня. Короче, вообще разучилась я краситься. Редко так-то, по идее, крашусь. Вот. И не знаю, идти умыться или что. Такая страшная какая-то. Я какие-то глаза у меня. Доченька лежит. Сейчас буду ее кормить. Да, доча? Дотя. Доченька. Дотя. Анжелика. Все, заулыбалась сразу. Заулыбалась. И мама тебе со мной разговаривает, ага? Мама разговаривает. Доча, доча, вот одна девочка. Вот одна. Анжелика. Лика. Лика. Анжелику. Ага. Давай поговорим. Давай поговорим. Как Анжелика разговаривает. Не хочешь?
Кузю-кочу, Титю. Титю-кочу. Такой бутус у меня. Бутусик. Я помню вот этот вот комбезик. Человечек вот этот Слипи Калина носила где-то в 5, может даже в 6 месяцев. А Анжелика у нас носит в 3 месяца. Она вообще, она мне весит 7,365 и рост 62 сантиметра. Вот такой крупный ребенок. Вырос. Будь такой крупный ребёныш. Засыпает. Засыпает мой бутусик. Ага, булочка. Кушаем. Дадайте. Го. Ну всё, 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 всё. Да, бабочка, там тебе баба, да. Зиготик, баба, ага. Ну, сейчас еще массажики поделаю. Как обидно, девочка, да. Вообще, у меня Анжелика почему-то ладом перестала какать. Вот сейчас вот она очень хочет. Как это не может, да? Ого. Раньше после каждого кормления какала, сейчас вот. Да, никак не можем мы нормально покакать. Ага. Ага. Че спрятался? Че пришел? Сынок пришел? Ты че со снудом у тебя? Ты че его такой вернул, сынок? Девочки, новый снуд. Тетя Ирина связала, да? Максимкина мама. Я, в общем, попросила. Она связала вот такой снудик. Ну что, как дела на самбо? Самбист. Как борьба? Нормально? Тёма ходит с таким рюкзачком, с портфельчиком. Там у него форма. Самбовка его. Воск какие-то. Тёма, ты одевал вторую обувь-то? Нет. Для самбо. В носках? По матам ходишь в носках? Угу. Ну иди вешай свою одежду. Иди, говорю, все по местам. Шапку на место. Так, это что такое? Двери закрывать надо, тут холодно. Ой, что, красиво? А? Красиво, да? Давай. Так, в общем, вот. И я попросила, чтобы она еще связала варежки ему к этому снуду, потому что у него серая куртка и белая с красным, черным шапка. И снуд, чтобы сочетался с этими. Ну, с варежками, вот. Я такую красоту, конечно, вязать не умею. Ну, такой мягенький, классный. Потом, когда она все свяжет, покажу вам, как это выглядит все вместе. И на Тёмке. Вот, сейчас с Тёмочкой будем кушать. Собрались? Да, Тётя? Ага, видите, вот такой у нее комбинезончик. Он ей как бы еще раз великоват даже. Вот тут вот ножек-то еще нету. Ножки вот тут у нее пяточка-то. Вот здесь вот пяточка еще. Посмотрим какой-нибудь комбинезон-трансформер. Да, доченька? Ага. Зимний. В общем, а конверт вот этот вот я не буду брать. Так, в кресло ее посадим. Вот. Сейчас схожу наверх за креслом. И будем собираться. Ой, мама с папой меня там ждут. Меня вот сейчас. Где? Вот она. Господи, тут еще Алинина кукла. Видите? Все. Вот это кресло. В этом кресле. Так, едем. Ой, 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 ой. Не вижу.
Ни косяков, ничего. Ой, кресло такое тяжелое, если честно. Что с ребенком? Его если нести, то вообще тяжесть. Он же пока еще 7 килограмм. Ой, вот, сейчас буду, в общем, порезать. Тут у меня фарш еще, телефон на зарядке. Вот, решила маленечко еще поснимать, то, что я готовлю. Ну, там у меня тоже бардачок такой, срачельник. Вот, Анжелика у меня спит. Папа уехал за детьми. За Алиной из садика ее надо забрать. И за Тёмой. Вот. Только проговорила, и папа с Алиной приехали. И мы сегодня долго, наверное. Сегодня среда. Ой, 15:06, а он, наверное, где-нибудь до 6 или до 5:30. Ну, точно не знаю, потому что расписание одно, а он приходит позже обычно, раньше нет. Потому что то ли учительница их еще задерживает, и он очень долго собирается. Вот. Папа у меня. Ой, собаку, короче, разматывает. Она у нас запуталась. Тут не видно. Я хочу выйти на улицу. Блин. У меня вермишелька. Парится. Лапша, то есть. Я решила лапша. Лапшичка. Яичная. Вот. Такая у нас кастрюля еще, знаете, алюминиевая. Я знаю, она вредная. Посуда вредна. Ну, в общем, какая есть, такая есть. Мы там как-то когда-то писали в комментариях, типа, чем вы варите в такой кастрюле. Ну, знаете. Ой, наверное, если бы я жила одна, я бы, наверное, заменила себе кастрюлю. Не то, чтобы заменила, у меня бы не было бы таких кастрюлей вообще, потому что это еще родительские кастрюли. А, как вы знаете, у родителей свои причуды, у молодых свои. Ну, в общем, вот. Ой, там у нас тоже, видите, кухня вообще такая, знаете, вся бардачная, я бы сказала. Пока себе еще кухню большую. Это показываю тем, кому интересно. У меня, кстати, видео заснято уже, наверное, этому видео год. Снимала по маленьким кусочкам. В общем, приберусь в одной комнате и засниму. Знаете, какая у нас комната? Потом ванну, там кухню и вот так. Вот. И все как бы никак у меня не получается смонтировать это видео. В общем, вот такие дела. На улицу хочу выйти, когда хватит темно, у меня волнуется, что темнота такая. Я везде свет выключила, пошла. Хотела это посмотреть, как папа собаку там размотал.
Или не размотала, уже все поздно. Короче, все, вот я сварила. Папа уже все сделал, поэтому вот так вот. Так, тут я сейчас пережарю фарш. Здесь я поставила водичку на пельмени. Сейчас покушаем, поужинаем пельменями. Время у нас... Времечко 25:06. Вот, тут мне надо еще этот противень помыться. Вчера не помыла. Мне охота была. Пицца у меня была где-то в 12 ночи готова. Вот. Доча, всем привет! Доча с садика, да, пришла? Ходит такая мадама. Лохматушка. Я переоделась. Ты умница. Переоделась, да? Ой, в общем, вот это вот мне надо еще все доделать, закончить. Посудку помыть. Все, в общем, тут вот так вот. Я тоже хочу мороженку. Все, я приготовила. Все покушать. Да, доченька? Доча, привет! Лежит, полеживает доченька. Сейчас хочу вам показать покупочки. Сегодня мы ездили в магазин. Так, начнем вот с этого пакетика. В детском магазинчике мы купили... Ой, ладно, это тоже сразу же с Валберес заказы мои. Так, купили мы, значит, Анжелике. Так, одной рукой мне не достать. Анжелике на зиму купили вот такой вот тепленький комбинезончик, конвертик. Тут ручки вот так вот закрываются. Вот. Тут также такой тепленький. Мягкая это. Типа шерсть, типа не знаю, как это называется, что это. Вот. Такой вот он цвет приятный, мне понравился. Это все раскрывается. То есть, ну вот, расстегивается. Тут, кстати, вот можно расстегнуть и оставить отверстие для того, чтобы просунуть ремень и пристегнуть ребенка в кресло. Вот, отличненько. В общем, все тут, ножки, все расстегивается. И когда малышка подрастет, она может даже топать. Можно вот в этих вот потом будет ее носить. Конечно, конверт даже сейчас нам большой, но наш розовый ей тоже не как раз, далеко не по ее размерам. Видите, какая она у меня крупненькая подросла, девочка моя. Вот, так что будем вот в этом сейчас гулять. Так вот. А еще что хорошо, то что этот комбинезончик идет еще как и весна-осень. Вот, он отстегивается вот здесь вот. Классно так. И все, и весенний-осенний такой на флисе тут основа. Это тепленькая убирается, и классно. Вот. И вот эта прелесть. Угадайте, сколько это все стоит дело? 3,190. Я не знаю, для меня это дорого. Ну, хотя, знаете, с учетом того, что это и зима, и осень, то, в принципе, даже неплохо, нормально. Ну, как-то так. Будем носить, пробовать. А тот конвертик я продам, который розовый с Валберес. Сейчас покажу, напомню. Может, кто забыл. Вот тут вот. Вот этот вот конвертик. Этот конвертик я продам, потому что мы уже в него не влазим. Когда я ее одеваю, у нас голова вот тут вот лежит. Вот так вот. Вот сюда уже вообще никак. То есть вот так вот выступает. И получается, она лежит вот на этой вот штуке. Это вообще, наверное, не очень совсем удобно. Некомфортно ребенку. То есть, ну, вот так вот это выглядит. Короче говоря, конверт все. Надо уже убирать, продавать. Да, доченька? Ага. Ага, доча? Ай, какая доча. Маленькая доча срыгнула. Да, малышка. Так, надо ей что-нибудь подстелить сейчас. Ладно, давай пока вот так вот сделаем. Мама заснимет видео и пеленочку тебе поменяет. Хлясё? Зайтиська, маленькая моя девочка. Да, малышечка моя.
Так, все. С конвертиком. Я думаю. Все. Все вам показала, рассказала. Тут вот так вот еще вниз. Видите, фиксируется. Так, все раскрывается, закрывается. Ну, классный. Мне цвет очень понравился, повторюсь. Возможно, уже говорила раз. Сейчас буду вам показывать далее, что тут у нас. Это заказ из Валберес. Заказала себе вот такое платье. Оно свободненькое. Так, я не помню, по-моему, оно 46 размера. Да, 46. Вот. Цвет как-то передает темноватый, хотя это какой-то пудро-розовый, что ли. Ну, в общем, камера как-то затемняет. Потом обязательно его примерю. Ну, уже примеряла. В принципе, нормально. Я взяла. То есть, не отказалась. Единственное, рукава мне длинноватые. То есть, это 3/4 рукав. А я раз маленькая, руки короткие, ноги короткие, то оно мне и не длинное. Ну, в смысле, рукав и не длинный, и не короткий. То есть, не то, не все. Не знаю, может быть, сама что-нибудь придумаю. Как-то его подогну, чтобы сделать 3/4 рукавчик. Вот. И что тут еще у нас? Это Алине платьишко. Заказала. 350, по-моему, там. Чего-то там. 353 рубля. Вроде бы рост 110. Вот. Классное такое симпатичное платьишко. Решила взять. Ткань такая, знаете, вроде неплохая. Так, бантичек тут. Хлопок 100% написано. Вот. Надо сейчас будет Алине примерить. Не знаю, может, завтра в нем пойдет она в садик. Смотрим. Так, и пижамка. Так. Такая вот пижамочка. Симпатичные совушки. Она и великовата, конечно, но на вырост, в общем. Прикольная такая вот пижамка. Вот и все покупочки. Сейчас будем все с Алиночкой мерить. И обязательно вам покажем. Мне нравится, кстати, что есть вот такие вот резиночки, или как. В общем, как-то удобнее, мне кажется, носить вот такие пижамки. И по качеству именно вот с такими резинками нравятся. Пижамки, одежды различные, домашние вещи, в общем. Ой, вот. Так, пижама у меня взята на 104-110 сантиметров. Вот, сейчас позову ее, будем мерить. Пришла доча. Меряет пижамку, да? Угу. Какая красивая. Нравится? Да. Ты задом наперед, доченька, одела. Ярлычок должен быть сзади. Ну ладно, ничего страшного. Все снимаю. Все снимаешь? Да. Папе-то покажешь? Тут Алина еще тоже вон эти рисуночки сегодня раскрасила. Такие вот. Ой, какая красавица-то. Нравится платьишко? Алина сразу начинает в платье кружиться, да? Да. Да. Ну-ка, дай посмотреть поближе. Вот какая. Что-то мешает ярлычок. Сейчас мама все отрежет. Постирать бы это. Потом пойти в садик. В садик хочешь в нем идти? Да. Да? Окружись. Нарядная такая. Классная? Да. Довольна? Да. Когда
сегодня пошла. Сегодня? Да, снимай. У нас уже очень поздно. Я Алиночку усыпила. Анжелика еще не спит. Вот этот вот мальчишка тоже. Смотри, чем он занимается. Играет. Завтра в садик, в школу. Вот и еще смотрите. Вот это чудо. Вот это маленькое чудо не спит. Анжелика. Сейчас буду ее тоже уцеплять. И сами будем тоже спать. Тёма один, как всегда, не спит. Всем желаю спокойной ночи. Всем пока-пока. До новых встреч. Увидимся в новом видео или во влоге. Всем пока-пока. Пока-пока, сынок. Пока-пока. 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 Пока-пока.